Приветствую. На сегодняшнем занятии мы рассмотрим отличие функции поиск от найти. Ну и первое отличие — это то, что поиск у нас понимает спецсимволы, такие как звездочка и вопросительный знак. И если мы напишем найти слово люк и лук через вопросительный знак, то функция поиск найдет их положение в тексте без особого труда. Та же самая задача для найти будет невыполнима. Если же мы поставим задачу следующим образом, то есть нам нужно будет найти слово люк, написанное именно с большой буквы. Да, и попробуем поставить эту задачу функции поиск. Она нашла у нас, да, положение элемента, но, к сожалению, первого, то есть того, которое написано с маленькой буквы. Если мы напишем то же самое для функции найти, да, те же самые аргументы, то она найдет правильное положение, то есть положение до заглавной буквы L. Если это видео было вам полезно, ставим палец вверх, подписываемся на канал. Всего доброго, до свидания.